Теперь мы идем вдоль берега к своему кораблю. Платье какое красивое у девушки. И кудряшки. Я уже на одежду обращаю внимание, на платье, на брюки, на шорты. О, что-то продают. Прямо наш юг вспомнился, российский. Детские купальники. Да. О, Ева, смотри. Яхта. Да, вижу. 1 местный житель здесь возле водички на лавочке. Как хорошо, видимо, ему. Другого ему не надо, наверное. Вот эти вот паркинг метры, где можно за парковку заплатить, вот эти вот стойки. Где наш корабль? Куда-то зазывают. Экскурсия, что ли, какая, да, Виталь? Старый город, тролли. Старый город идут отсюда. Я так понимаю. Интересно, как крыша сделана, видишь, Виталь? Классно. Станция. Это кассы. А этот магазин с сувенирами из Сан-Диего. Вот корабли стоят. Вот люди заходят. Но мы еще пока не нашли, где наш. Вернее, мы только подошли. Сейчас определимся. Вот у нас вот такая надпись на билетах. Круиз. Вот наш корабль подплывает к нам. Сколько круизных кораблей. Наш больше всех. Вот мы зашли, здесь столики такие. Можно здесь покушать. Идем по лестнице на второй этаж. Все, мы поплыли вон даунтаун. Самолет садится. Шум воды. Это военный корабль. We're going to board the vessel. We're going to go on board our heads. We're going to find out on their makeup that you always have to watch.
and we know that it's on the right-hand side. Our branch is 4 stories in height, and over the last one. But you know why, right? That's the law, that's right, a little audience for persecution. Help out the captain, no iron king. That's it right there. That's the law. Okay. And our two ferries that went back and forth between San Diego and Coronado Island. These were called the nickel snatchers, the quarter snatchers, and the pavilion. Обеспечивает государство неплохо. Они могут позволить себе жить на Гранадо. Им там много, мы смотрели домов, где прям табличка. Проезжаем, проплываем. Тоже военные корабли. Сейчас будем проплывать. На Коронадо мост ведь, да? Да, это мост на Коронадо. А вот Коронадо, да, остров. Ева поползла наверх. Вот это все мягкое покрытие. Как такой упругий поролон. Не страшно детям падать здесь. Это мы уже приплыли с круиза. Вернулись. Снова Еве захотелось на плейграунд. Все, скатилась. Иди вон к киске, Ева. Здравствуйте, друзья. Хочу показать вам мою горку. Ева, блогер. Давай, покажи нам. Молодец. Улыбается чужому ребенку. Вообще люди такие добрые здесь. Ева, пойдем вот к киске. Пойдем вот. Я тебя сфотографирую там. Там можно посидеть, интересно. Какие-то сферы, да, планеты. А? Сколько детей здесь. Мы приехали утром, здесь мало было. Сейчас вообще очень много пришло родителей с детьми, пока мы тут плавали. Вот так тут дети купаются в фонтанах. Ай, вообще прикольно-то.